Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках деловой программы выставки «Интерграммаж Ростов-2024» меня попросили прочитать тему. Тема семинара «Как выжить. Стратегии и тактика растениеводства при банкротных и банкротных хозяйствах». Почему эта тема поднята? К сожалению, к 2024 году ввиду грубых ошибок регулятора рынка, а также ввиду совершенно объективных процессов, связанных с диспаритетным ростом цен, когда скорость ресурсов, необходимых для выращивания растениеводческой продукции, скорость роста цен на эти ресурсы выше, чем скорость роста цен на саму сельскохозяйственную продукцию, эта ситуация привела в процессе своего развития, когда большое количество хозяйств оказалось в банкротном и предбанкротном состоянии. В Ростове ситуация чуть-чуть получше, потому что цены здесь ввиду близости к портам выше, но провинция, она в совершенно плачевном состоянии. Вот я был на юге Урала месяц назад, около 40% хозяйств Юго-Челябинской области выставлено на продажу, в том числе хозяйство по 40 тысяч гектаров. Потому что себестоимость пшеницы у нас сейчас от 10 до 11 тысяч рублей за тонну, а цена реализации на Урале, вот у меня друзья продают, 4,5 тысячи рублей за тонну. Может быть, где-то как-то там, может, кто-то продает чуть дороже. Но в любом случае все цены там ниже цены себестоимости. А в южных областях, я имею в виду Краснодарский край и Ростовскую область, где есть близость к портам, там чуть цены выше 10 тысяч рублей, но все равно они приближаются к цене себестоимости. И мы видим, что ввиду падения рубля цены на ресурсы на этот год возрастут, и ситуация у нас лучше не станет. И на данный момент аграрии не видят выхода. Теперь о чем я хочу сказать. Дело в том, что в прежние годы мне в моей деятельности, а я руководитель компании, которая занимается агротехнологическими решениями в сельском хозяйстве, внедрением новых технологий, приходилось работать с хозяйствами в банкротном и предбанкротном состоянии. У нас есть опыт внедрения этих технологических решений, которыми я хочу поделиться. Первое хозяйство такое, с которым я столкнулся, это хозяйство Восточной Башкирии, граница с Челябинской областью. Очень интересный опыт для меня и для моих друзей, когда банкротное хозяйство, некогда процветавшее около большого города, туда пришел конкурсный управляющий, который родом был с этого хозяйства, он был замотивирован спасти это хозяйство. И он профессионал в сельском хозяйстве, агрономическое образование, правда, до этого сколько-то лет не работал практически в сельском хозяйстве. Ему нужно было вытащить свое село, потому что там назревала катастрофа. Потому что если бы умерло хозяйство, ничего не оставалось бы жителям местным, просто начать переезжать в город и как-то себя искать там, где, конечно, их никто не ждал. Особенно там получалось, хоть и Магнитогорск многонациональный город, хозяйство башкирское. Но, в общем, нужно было каким-то образом решать эту проблему. Он честно начал работать по всем тем технологиям, то, чему учили. Он пахал землю, он сеял, он пытался выращивать. Первый год работы, в 2008 году он пришел, минус. Предполагалось, что плохо будут работать. Нет, люди работают хорошо. 2009 год минус. И у него стал вопрос, как, неужели в сельском хозяйстве невозможно выстроить, используя знания, которые преподаются в вузах, на этих знаниях невозможно выстроить нормальную экономику сельского хозяйства. Вот оказалось, что невозможно. И тогда он стал искать. Он обратился, нашел 600 километров оттуда, Кустанайский НИИ сельского хозяйства, где в то время был директором такой Двуреченский, академик Двуреченский. Он
в своей жизни побывал и министром сельского хозяйства Республики Казахстан, который благодаря своему влиянию, да, ну, то есть, когда он был министром, потом ушел с должности министра, стал директором института, он смог благодаря своему влиянию подтянуть специалистов со всего мира, и они нашли технологию, которая могла заинтересовать их, она их заинтересовала, и это была технология с юга Австралии, где сухие степи, очень низкий урожай, 14 центнеров, сейчас там урожайность в этом регионе 50 центнеров с гектара, условия климатические не поменялись, и он оттуда стал приглашать специалистов, потом они конструкции сеялок, отдельные фрагменты этих сеялок стали использовать, и так называемые запатентовали сошник Двуреченского, потом барана Двуреченского, и вот с его подачи они создали технологию, которая сейчас в том регионе распространена примерно на 500 000 гектаров земли. Для Ростовской области эта технология актуальна. У меня сейчас идет разговор с ребятами из мировой техники, которые заинтересовались этим опытом, потому что до этого заинтересовались канадцы, и сеялки Барго, есть сеялки, сделаны специально по австралийским лекалам. Вот. С 2010 года он стал эту технологию внедрять, эта технология научилась. С 2012 года стали подтягиваться мои друзья, и мы выстроили очень экономную технологию производства сельскохозяйственной продукции. То есть, с одной стороны, это опыт степной части Южного Урала, где используется адаптированная австралийская технология. Следующая часть. Были хозяйства в Тамбовской области, у меня там работает воронежский дилер, и оказалось хозяйство, которое случайно оказалось в банкротном состоянии. Вы помните эту тему белого люпина, когда бегали по стране несколько, ну, два товарища, один из них фамилия Подобедов, запомните эту фамилию, не имейте с ним никакого дела, который убеждал, что вот вместо сои мы можем выращивать белый люпин и на нем сделать белковую программу в России. Хозяйство ему поверило, хозяйство вложило деньги и осталось ни с чем, только 600 миллионов долга, потому что они эту программу запустить не смогли. У меня были, как у руководителя Агрокомитета Национальной технологической палаты, сомнения, я экономически эту модель просчитывал. Она, с моей точки зрения, была непроходной. Там присутствовал в большой степени авантюрный элемент. Итак, очень дорогие технологии, ошибки, связанные с неправильными экономическими решениями, возможно, с какими-то покупками, возможно, с какими-то нагрузками по кредитам, но, тем не менее, тоже хозяйство оказалось в долгах. И когда зашли туда в качестве конкурсного управляющего, поставили своего человека на дилера фирмы Беркана, оказалось, что денег-то нету, надо запускаться, ну поставили его, ну что, теперь его до последнего винтика, до последнего гектара распродавать. Они решили, а может, все-таки попробуем, попытаемся это хозяйство поднять. И тогда мы сделали мозговой штурм, у них есть очень хороший технолог, зовут его Александр Галядин. Он работал научным сотрудником института РАПСа. С ним мы занимались внедрением технологии адаптивного биологизированного земледелия. И даже могу сказать, что он автор этого названия. Мы стали делать технологию. И там самый главный момент, с которого мы начали работать. Я говорю, ребята, скажите, сколько у вас вообще денег есть? Ну, дело в том, что поскольку там стояли бизнесмены, не крестьяне, у крестьян это самое слабое место, они никогда не знают, сколько у них денег. А те сказали, вот у нас есть там 12 тысяч, например, на сезон. Ну, у нас наша химия, конечно, она будет по оптовой цене, то есть это вот наше свое. А больше денег не будет. И тогда мы стали исходить из того, а сколько вообще у нас денег есть. Потому что больше всего меня вымучивают крестьяне, которые говорят, Александр, дай нам хорошую технологию. Ну и сидишь, им хорошую технологию рисуешь. То есть технологические карты, что нужно сделать, система обработки, система питания растений, защиту.
А потом он тебе честными глазами смотрит, ты на это потратил там 2 дня, он говорит, у меня столько денег нету. И я теперь, когда встречаю человека, смотрю его честные глаза, и говорю, а сколько у тебя денег есть? Он говорит, а зачем тебе это надо? Я говорю, давай мы начнем строить нашу технологию с того момента, когда ты скажешь, сколько у тебя реально денег есть, и мы с этих денег будем что-то писать. И посмотрим, хватит ли твоей грошей на то, чтобы выстроить эту технологию. Ну, любая мама, там, особенно из небогатой семьи, когда ребенка в школу собирает, когда она готовится вот ко всему, она тоже считает копеечки. Нужно купить портфельчик, нужно купить пенальчик, нужно купить вот это, нужно купить одежку. Вот это. Вот. И все эти деньги расписываются. Вы знаете, это такая простая вещь, но, как оказалось, крестьяне и руководители многих хозяйств этого не имеют. У меня получилось, что я несколько времени был главным технологом в одном крупном холдинге в Харьковской области. И вот это было обычное весеннее дело, когда агрономы кустов, то есть там было 3 отделения, приносили мне свои там бумажки, что там нужно сделать. Мы ложили их в таблицы Excel, и мы считали, и все нужно было расписать. Потому что агроном считал, что вот все, что он предлагает, хозяин, как говорится, должен ему все это обеспечить, тогда он ему обещает вырастить урожай. Но он, во всяком случае, пытается так верить и пытается убить этого хозяина. А хозяин, он был тоже из бизнесменов, и он начинал считать. Он говорил, ребята, вы столько написали всего, но у меня нету денег столько. И мы, помню, недельки 2-3, через 3 дня встречались, и заново защищался диплом, заново защищался проект вот этого сезона. И там резали, и наконец мы оставляли только то, что совсем крайне необходимо, без чего никуда нельзя ничего делать. И тогда он говорил, вот теперь вот моих денег хватит. Правда, в конце он сказал, мне что там 5% заначка была, но я ее держал на всякий случай, если меня продавить. Но это реальная стратегия хозяйств, которые находятся при банкротной хозяйстве, состоянии. Им нужно сказать, мы хотим что-то получить, а денег всего вот столько. И тогда мы будем выстраивать. Сейчас по логике вещей я вам должен рассказать какие-то такие решения эконом-порядка, которые мы использовали. И почему можно одно и то же сделать за дорого или за дешево. Больше можно, например, как бы сказать, пойти в дорогой ресторан за $300 съесть тарелку борща, а можно пойти на базар, купить все по отдельности, сварить. Это будет точно не $300, и даже, может, в $3 можно вложиться, ну, чтобы сварить кастрюлю борща. Исходить нужно из того, что у нас есть. Поэтому первое стратегическое решение, которое нам нужно сделать, определить, сколько у нас на сезон есть денег. Какая ошибка делается хозяйствами? Хозяйства видят только прямые затраты на выращивание урожая. Они видят только прямые затраты. То есть сколько удобрений, сколько гербицидов, сколько того, сколько стоят семена, но это прямые затраты. А есть еще косвенные затраты закрытые. А есть еще фонд заработной платы. А есть еще много-много чего, амортизация, если она будет писаться. И они, как правило, этого не видят. У меня в моей практике была заказная работа, а я экономист, имея экономическое образование, заканчивал Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, магистратуру. Это к моему агрономическому образованию, потому что я не знаю, одно к другому не мешает. И у меня один холдинг крупный, который не существует сейчас, просил сделать им, выяснить причину убыточности производства сахарного субхолдинга, где они тогда имели каждый 3-й завод и, наверное, половину полей по производству сахара, по выращиванию сахарного свекла. И у них все было в минусах. Я там разбирался, я нашел причины, а самое главное, нашел, что руководители хозяйств, они не понимали, они не видели эти деньги. Итак, ну вот кто-нибудь бы сказал бы, сколько вот стартовые деньги, с которых мы начинаем. Чтобы было понятно,
Если у нас сейчас, ну, чтобы я вот для вас понятно мог сказать, если сейчас у нас себестоимость пшеницы 10 тысяч рублей, а средний урожай сколько у нас по области? 30 центнеров, да? То значит, у нас бюджет гектара в среднем 30 тысяч рублей. Ну, если себестоимость 3 тонны на 30, на 10 тысяч умножить, у нас получается 30 тысяч рублей. Потому что не всегда могут сказать. Вот. Сразу забегая вперед, я скажу, что вот это хозяйство с белым люпином, около него еще два хозяйства, которые ту технологию, которую мы на коленках сделали, применяют, они вышли на себестоимость производства зерна от 2 до 4 тысяч рублей. То есть на 30 центнерах у них затраты 12 тысяч рублей. Не 30 тысяч рублей, а 12 тысяч рублей. Ну, это примерно то, с чего мы строили, но потом там одно хозяйство спустилось до двух тысяч рублей. То есть, ну, где-то 7-8 тысяч, может быть, так вот. Потому что там стала расти урожайность, до 50 центнеров удалось поднять на такой маленькой системе затрат. Теперь я хочу перейти к какой-то конкретике, чтобы было представление, что нам нужно делать. Ну, давайте теперь я разберу фундаментальные вещи. Вот три базисных фундаментальных элемента земледелия. Обработка почвы, питание растений, защита растений. Какие особенности мы должны здесь знать? Если у нас система пахотной обработки, наша задача сейчас не решать, что лучше, наутил там, или пахота. Просто мы считаем арифметику, впишемся мы или в параметры той или иной системы земледелия. Мы знаем, что на пахотную систему обработки нам нужно 95-100 литров дизельного топлива. Современная цена на дизельное топливо сколько? До 63. 63. То есть 6300 мы должны положить на горючку. А у нас всего 12 тысяч рублей, допустим. Вот мы сейчас обыгрываем тему 12 тысяч, 15 тысяч рублей. 6300, мы еще ничего не начали, мы за горючее должны положить. Какие альтернативы у нас есть? На минималке можно эту цифру снизить 45-50. А может быть даже и ниже, я потом буду разбирать. То есть это уже будет не 60, не 6 тысяч чем-то, а будет 3 тысячи. Но уже чувствуем, что полегче дышать. Если мы пойдем на наутил, там где-то 17-30 литров на гектар. То есть, ну, возьмем 20 в среднем, то есть у нас получается уже 1200-1300 рублей. То есть 1200-1300 к нашим 15 тысячам рублей уже что-то понятно. И мы говорим, да, ребята, ну и мы привыкли пахать. Ну вот по экономическим соображениям мы не можем туда пойти. Хорошо. Наутил – это большая вещь, нужны специальные знания, знаний может не хватить. Что мы использовали в данном случае? У нас есть очень интересный опыт чередования минитил и наутил. Например, одно из хозяйств, не хочу его называть, Зерноградский район Ростовской области, перешел на севооборот зимняя пшеница подсолнечник. То есть по подсолнечнику дисковая сеялка американского производства сеяли зимнюю пшеницу. После пшеницы пожнивные остатки заделывали дискатором с добавлением микробных препаратов. И на следующий год высевали на эти поля подсолнечник. То есть это было чередование минитил и наутил. Ну, какие-то подвижники и приверженцы, что наутил это наше все, а по наутил мы будем завтра читать семинар, какой наутил бывает, какой наутил нам нужен, а какой наутил нам не нужен. Мы должны понимать, что есть опыт. Опыт можно посмотреть, где было чередование вот этих двух культур, двухпольный плодосмен, это не севооборот, который
экономически оказался оправдан, и на нем удавалось получать урожайность подсолнечника от 20 центнеров до 32, и озимую пшеницу мы подняли тогда с 37 до 85. Какие особенности технологии были здесь использованы? Использована была система управления пожненными остатками, когда после уборки пшеницы, пшеница заделывалась дискатором, на которой была закреплена бочка, и через которую вносились микробные удобрения, разлагающие солому и превращающие эту солому в микробный компост, восстанавливающий структуру почвы. И тогда у нас постепенно в течение нескольких лет даже на минималку у нас уменьшались затраты на дизельное топливо, потому что земля становилась совершенно другой по свойствам. А после уборки подсолнечника там прокатывала специальный каток бодылки подсолнечника, сеялась пшеница, там микробы использовали уже по всходам пшеницы. То есть когда шло затенение рядков, чтобы можно было использовать микробы, потому что по открытому, по свету, по солнечному микробы не приживутся. То есть мы говорим, в этой ситуации, которая у нас есть, мы можем чередовать винитил и нолутил. Что мы еще можем чередовать, что мы можем ломать систему по обработке почвы? Теперь, какой интересный момент. У нас сейчас весь севооборот ужался до плодосмена, может быть, трех культур в севообороте, которым выращивается только на деньги. То есть мы не можем поддерживать 8-польный, 12-польный севооборот 80-х годов, потому что было многолетние травы, там было много различных культур, потому что деньги нам государство не дает, которые могут делать экономику производства. Мы выращиваем только то, что можно хорошо продать. Второе, животноводство крупного рогатого и мелкого рогатого скота у нас осталось в воспоминаниях наших бабушков и дедушков. И стойловое содержание коров и монокорм привели к тому, что мы отказались от многолетних трав и отказались от пастбищного животноводства. Вчера был семинар, который проводили наши доблестные агрохимики, которые почему-то называют себя почвоведами, и они рекомендовали сеять многолетние травы. Ну, у нас есть такая фишка, что наши агрохимики изучают так называемый агрохимический потенциал плодородия, но не постоянно агрохимический потенциал урожайности, не плодородия. И они путают его с понятием плодородия почвы. Агрохимический потенциал – это агрохимический потенциал, плодородие почвы – это плодородие почвы. Это два совершенно разных понятия. Агрохимическая служба возникла у нас в 1966 году, когда была сделана государством ставка на внедрение системы зеленой революции, американская модель, которая была построена на химизации. Строились огромное количество химических заводов, и государство, а в собственности государства были эти заводы, создало службу, которая должна была изучать, эффективно или неэффективно используются вот эти минеральные удобрения. С чем мы столкнулись тогда и с чем мы столкнулись сейчас? Цены на удобрения изменились в космическом масштабе. Раньше за килограмм зерна давали 3 килограмма фосфорных удобрений. Сейчас за килограмм фосфорных удобрений стоит примерно 60 чем-то рублей. Ну, то есть это где-то 4-5 раз дороже зерна, но вот возьмите 3-5-15 раз разница у нас сейчас по цене на зерно. И у нас получилось, что
многие рекомендации, которые строились тогда по применению минеральных удобрений, экономически неосуществимы из-за того, что в 15 раз относительно зерна подорожали удобрения. По солярке та же самая история. У нас солярка стоила при цене зерна 12-14 копеек, она стоила 3,3 копейки. То есть у нас получалось 4 раза там разница была, а сейчас у нас 60, ну 6 раз. То есть 6-10 и сколько там, 4 там, 24 раза относительно зерна подорожала солярка. 24 раза. Ну, то есть относительно того, что было тогда. А технологии все те же самые. То есть я не обвиняю банкротные хозяйства, что они виноваты. Просто мы оказались в условиях, когда прежняя наша жизнь и наша деятельность стала расточительной. Какие дальше мы можем делать предложения? У нас каждая культура имеет совершенно разную маржинальность. Ну, вот был период, когда зерновые культуры, они были достаточно дорогие. Они, вот у меня по отношению к гороху, вот в моем холдинге, горох стоил 80% от 100% денег, которые давала зерновая культура. По подсолнечку тут прыгает очень сильно. То есть он мог стоить и 60 рублей за тонну, там, и стоит там меньше 20 рублей за тонну. То есть огромные прыжки. Очень тяжело выстроить модель экономической эффективности при подборе этих эффективных культур. Делаются попытки найти нишевые культуры, имеющие высокую маржинальность. Но я точно знаю, что если люди никогда не выращивали, например, чечевицу зеленую, они вот прям от пшеницы перейдут к этой чечевице. Или перейдут к выращиванию сои. То есть нужны определенные знания, может быть, даже и определенная техника, которой нет. Большинство все равно будет выращивать зерно, потому что зерно у нас точно продается. По зерну. Ситуация по зерну. У нас зерно, пшеница, она идет в севообороте. Только из зерновых культур кукурузу можно выращивать много лет подряд. И мы в свое время задали себе вопрос, а можно ли пшеницу выращивать в монокультуре? И нам сказали, да вы что, да нельзя выращивать пшеницу в монокультуре. У вас урожаи за год, за два, за три приведут к тому, что все сойдет к нулю. На самом деле у нас все получилось, просто вопрос, ставится задача, ищется решение. И мы в Воронежской области, вот в Тамбовской области внедрили систему выращивания зерновых колосовых, а зимой пшеницы в монокультуре. И у меня сейчас есть в том регионе хозяйство, которое выращивает с растущей урожайностью озимую пшеницу по 7 лет подряд. Ну, ниже 50 центнеров урожайность не падает. Обычно пшеница по пшенице второй год, если тут получили 50 по черному пару, то она падает до 25, а потом еще и ниже. Какие агроприемы мы здесь использовали? Оказалось, что вот этот агроприем связаны с разложением пражнивных остатков с помощью специальных микробных препаратов. А мы используем микробные препараты по 15 микробов в одном препарате, есть по 8 микробов препараты. Смесь можем делать 15 плюс 8 плюс 7. И такие у нас смеси есть, то есть там по 20 чем-то микробов, почти к 30. И вопрос такой, что они есть, они прекрасно работают. И все, что нам нужно, пожневные остатки обрабатывать снесением препаратов, тогда у нас получается возможность выращивать зерновые культуры в монокультуре с растущей урожайностью. И вот те, которые у меня имеют, ребята, себестоимость 2-4 тысячи рублей за тонну, они как раз используют эти технологии. Чтобы не уйти от этой темы, я хочу остановиться, маленький момент, какие еще вопросы вот по зерновым были использованы. Вот мы знаем разрыв, ну здесь у нас разрыв может быть месяца два, там разрыв меньше по пшенице, ну вот Тамбовская область и так далее, ну от уборки до посева. Что мои ребята придумали? Тоже поставим этот, ставим потом этот рост. Да, ставим. Да. То есть они убирают пшеницу,
Они загоняют туда дискатор с бочкой на дискаторе с микробами и дискуют пшеницу. Через месяц, ну там больше месяца разрыв, когда нужно уже что-то сеять, там уже падалица взойти, все такое прочее, они ничего не делают. Что у нас говорят? Нужно гербицидом обработать или нужна механическая обработка? И вообще пшеница по пшенице нонсенс, давайте. А у нас вот такая реальная ситуация, банкротное хозяйство, ничего другого нет. Оказалось, что по вот этим зашедшим сорнякам через месяц, чем-то там, через полтора месяца, можно взять разбрасыватель минеральных удобрений. Мы знаем, что это должен быть желательно немецкий, который можно хорошо настроить. И он нам берет и раскидывает семена пшеницы, которые мы хотим посеять. Сзади идет дискатор, обычно это либо катрас, либо керриер, либо какой-то аналог, который в Ростовской области делается, в шахтах делается, еще делается. То есть обычно два ряда дисков и сзади каток и фиксатор глубины. То есть на 5 сантиметров выставил, раскидал разбрасыватель минеральных удобрений семена и закатывает. Он одновременно одним движением осуществляет такой специфический сев, если это можно севом назвать, и одновременно убирает сорняк. Если бы мы шли по классике, если бы это был бы наутил, мне говорят, а что там, да берите наутил, используйте. Хорошо, ребята, наутил, давайте посчитаем. Если мы используем наутил, нам нужна гербицидная обработка предпосевная. А мы должны купить ну, минимум литр глифосата. Это деньги. Или если мы сеем так, мы должны сделать посевное ложе, и у нас сеялка 500 рублей заберет денег. Культивация предпосевная заберет деньги. Это механическая обработка. А вот когда мы берем и делаем ту, условно назовем порнографию, которую называю, а мы ее делаем, у меня больше 7 тысяч гектаров в том регионе, который так работает. Внесение Нива Б и Нива GP трактором Т-150. Солома большая была, солома много. Значит, будем показывать. Идет трактор. Это моя конструкция. Так. Впереди штанга и вносит. Важные моменты нужно здесь смотреть. Нормально? Что? Да. Что нам нужно здесь знать? Поскольку у нас будет проблема по защите, денег нету по фунгицидной, по гербицидной, нам нужно знать, работа соломы с помощью микробных сложных препаратов приводит к тому, что из почвы убирается инфекция. За один год вы не сделаете на 100%, но года за 3-4 там практически болезни уйдут. Но пока они не ушли, что нам нужно делать? Нам нужна хорошая обработка семян. Очень хорошая обработка семян. Но там удивительная вещь. Когда я экономику писал, я писал до 8 компонентов при обработке семян. Обязательно что я включал? Фосфорные удобрения стоят огромные деньги. А можно ли что-то сделать без них? Ну, тут элементарно, центнер амафоса стоит около 6 тысяч рублей, так? Вот. А у нас 12 тысяч бюджет. Ну вот как мы эти 6 тысяч туда впихнем? А еще там селитру нам нужно купить, которая стоит сколько? 2 тысячи рублей. Как? 24. И 3 центнера там и считаем селитры. То есть это уже 7,5. Правильно, да? Я, ну, да. 7,300, да. У нас только здесь 6, тут 7,300. Еще горючка там 7 тысяч и все такое прочее. Ну, не подступишься, 30 тысяч винда положишь, а у нас их нет этих денег. У нас есть 12 тысяч. Что мы делаем на 12 тысяч, исходя из того, что у нас есть? Мы берем, при протравливании семян используем монокалий фосфат. Он стоит сейчас 190 рублей, быстрее химодобрения. Мы делаем протравочную смесь, только мы делаем не 10 литров жидкости воды, а 20 литров на тонну семян.
Ну, хотя бы килограмм монокалия фосфата, на него нужно 5 литров на килограмм растворить. Есть там какие-то сложности. У разных фирм монокалия растворяется. В одних лучше, бельгийский, ставропольский хуже. Ну, Буйский, по-моему, ставропольский продает. Но технически я даю рекомендацию, как его растворить. Но это 5 литров ты заложил. Потом мы даем стимулятор кущения. 5 литров на тонну, да? Извини. 5 литров воды на килограмм монокалия фосфата. Мы берем протравочный раствор, только не 10 литров на тонну, а 20 литров на тонну. Из них 5 литров на монокалий фосфат на 1 килограмм, 2 килограмма монокалий фосфат, это будет 10 литров воды. Ну, чтобы растворить. Вот. Если мы хотим впихнуть 10 литров, ой, это не получится. Килограмм еще можно впихнуть, а это нет. Что я туда кладу? Я кладу обязательный препарат для стимулирования кущения. Ну, например, да, для чего нам это надо, стимуляция кущения? Первая, главная вещь. У нас сеют 2,5 центнера семян на гектар. И меньше не сеют. И 3 центнера сеют. Опять, при нашей нищете... Один центнер будет обходиться себестоимость 1000 рублей центнера. 2,5 центнера 2500 рублей. И мы хотим 2500 рублей вписать в наши 12 тысяч бюджета или в 15 тысяч бюджета. Тяжело, не вписывается. И мы тогда предлагаем уменьшать норму высева, ну если разбросным методом, до 150 килограммов. Если это будет сеялка, ну где-то, ну хотя бы 120. И тогда мы начинаем рассчитывать, сколько нам стоит затраты на одну тонну семян, учитывая, что при 120 килограммах это будет на 7-8 гектаров. То есть это будет сумма, но она будет делиться на гектары. И нам нужно туда положить все, чтобы потом нам по гектарам не работать этим препаратом. Что мы туда кладем? Мы кладем стимулятор кущения. На маленькой норме высева мы подстрахуемся стимулятором кущения. Сколько стоит у нас стимулятор кущения? Илья Михайлович, сколько у нас стоит? Не скажу лучше. Ну у нас агростимулин сколько, да? Ну сейчас он дорогой, у нас 500. У нас получается 175 рублей гектарная норма. 175 рублей гектарная норма. Пусть 185 будет гектарная норма. Ну 185 деленное на 7. Оно нам дает там, ну, 30 рублей, понимаете? Ну, 30 рублей – это же не центнер, который стоит 1000 рублей. Что мы туда еще можем положить? Нам нужно положить обязательно азотофиксаторы. С удобрениями у нас плохо. На семена есть у нас 3 композита. Ну, мы обычно кладем либо АБ, либо АФ. На зимы можно работать. Азотофиксатор, азотобактер, храпоку. На яровые азотобактер плюс азоспирил. Но здесь можно и работать, и сложно. Там 14 микробов, 14 штаммов. То есть мы берем, обрабатываем семена отлично. Любая засуха, если сидят азотофиксаторы, вытаскивают растения в засуху. Так, значит, у нас фосфор на семена. Денег нету на то, чтобы почву положить. Микробы, которые можем положить на себя, тоже там где-то 30 с чем-то рублей будет на гектар, 300 рублей за литр получается, на 7 разделить, сколько получается? 40 рублей. Ну это понятно на гектар, это уже мы собираем десятки рублей агроприем стоит. Потом мы берем там стимик 7, это уже 300 рублей стоит, микроэлементы берем, там у нас есть жидкий микроэлементный препарат, 200 миллилитров берем. 200 миллилитров 8 рублей. 200 миллилитров он стоит 400 рублей. 400 рублей. 100 рублей. А? 100 рублей. 100 рублей. Что мы еще? Ну там клей можно добавить, он там рублей 60 стоит на 100 миллилитров. Да. Вот. Потом еще что можем положить? То есть мы стараемся максимум положить на семя. Тогда гектарная нагрузка у нас будет меньше. Что мы еще туда можем положить? Мы туда кладем хороший фунгицид. Что я называю хорошим фунгицидом? Примерно раз от 6 до 12 лет идет смена патогенов.
Например, с 2009 по 2016 год у нас лютовали бактериозы. И мы теряли очень много от того, что не было защиты. И кроме этого, качество было. И тогда у нас пошли большие нормы высева. Потому что бактериозы, они выключали кущение. Тогда перешли на 300 килограммов на гектар. Сменились патогены, сменилась стратегия. Показать, какие патогены появились? Показать? Сейчас. В этой презентации это должно быть. Если нет... Вот первое появление, Краснодарский край. Смотрите, характерный флаговый лист. Вот. Свернутый в трубочку. Видели такое? Когда это появилось? У вас же стаж большой, у вас 30 лет стажа уже есть почти. Вот. Когда появился, что флаговый лист стал сворачиваться? Это я увидел в 2013 году первый раз в Краснодарском крае. У вас пошло где-то 15-й год примерно. Такая непонятная болячка, в чем ее особенность? Фаза налива зерна. Гриб перекрывает в основании стебля поступление воды наверх. И у нас растение страдает от нехватки влаги. Мы считали, что это от жары. Вот, да. Прихват, другие захват говорят. Нет. И вот, вот этот флаговый лист зеленый, который должен функционировать, он сворачивается в трубочку. А почему именно после дождя? А я просто показываю, что это не от нехватки дождя. То есть вот говорят, ну вот жара, что нехватка влаги на самом деле. На самом деле это не нехватка влаги, это болезнь. И наша проблема, что Россельхозцентр у нас не дает достоверные анализы по болезни. Что мне говорят Институт фитопатологии? Есть только три действующих вещества, которые работают против этой болячки. Карбендазин, его полно, но для обработки семян препаратов нет. Был колфуга суперколор венгерский, сейчас его нету. Есть листовые препараты, их много. Ферозим, комфор, кордон, зим 500, кредо августовский. Если мы работаем на этом препарате, то рекомендация института была взять, например, у БАСФ препарат Insure Perform, но минимальную дозу 0,4. У них доза рабочая 0,5-0,6. 0,4 взять и литр карбендазима туда добавить. И получается очень хорошая смесь для обработки семян. Что можно еще? Какие еще действующие вещества? Есть действующее вещество тиафанатметил, препарат Топсин М Сумимото Агро. В Ростове фирма есть. Если карбендазим стоит 600-700 рублей, у них цена примерно в 2 раза выше. Но опять, если ты покупаешь там 10 литров, 20 литров. Если вы вместе договорились с ребятами и покупаете тонну или больше, я думаю, что цена там будет 700-800. От тонны. То есть там должна быть продажа. И оно работает так же, еще лучше, чем карбендазим. Мы его используем как компонент к этому, иншуру, например. Хорошо мешается. Что еще работает? Работает протиоконазол, действующее вещество. Протиоконазол есть в 5-6 препаратах фирмы Bayer. И протиоконазол есть один препарат фирмы Щелково Агрохим. Называется Протега Макс. Он берет вот этот патоген. На чем вы остановитесь? Ну, мне, конечно, Байер больше нравится. Нравится. Вот. И тогда там начинается работа, вы должны чередовать. Год работаете на карбендазине, год на протиоконазоле. Если там самый распространенный препарат Ламадор, потом Баритон, Сцени Комби и так далее, вот там есть это вещество. Редиго Про, если память не ошибает. Если вы берете этот препарат, кладете при норме высева 250-300, никакой экономики не будет. Но если вы его кладете на маленькую норму высева,
будет нормальная экономика, он впишется в ваш бюджет, потому что у вас будет деленное на 7. Понятно, да? И если что-то потом отдельно может поговорить, я вам объясню там тонкости, потому что если там ламадор там, с монокалием тяжело мешается, его надо разбавлять. Везде есть тонкости, но есть, всегда есть технологические инструкции, в которых расписано, как работать. Итак, мы максимально кладем на семя, потому что это дает хорошую экономию на гектар. При этом мы уменьшаем норму весел. Что нужно знать по пшенице? По пшенице нужно знать, что мы должны стремиться сформировать большой колос. Есть технология формирования большого тяжелого колоса задешево. Мы стараемся делать на первом этапе 1,5 грамма колос, на втором этапе 2 грамма колос, на третьем этапе до 3 грамм. То есть если у нас 34 зернышка сейчас, то через 2-3 года должно быть 70, а потом должно быть не меньше 80. Как это делать? Буду слегка затрагивать этот вопрос. В других презентациях я это более четко объясняю. Сейчас мы говорим про основные принципы. Потому что если кормить пшеницу не так, как мы кормим, а у нас какие рекомендации? Весна, все, надо вот 1,5 центнера селитры. Давай. Начало выхода в трубку, еще давай 1,5, там 2. Уже, правильно говорю? Да. Вот. Я не знаю, ну, как, конечно, ну, вот, ну, ну, сейчас так жить нельзя, у нас денег нет, надо же по-другому что-то делать. Тогда возникает вопрос, а что делать? Что делали наши ребята, которые бедные? Мы сейчас говорим про бедняков. Вот Пчелка, Мичуринский район, Тамбовская область. Мы эту технологию придумали еще в 2010 году. Была интересная история. Хозяйство Новоалександровский район Ставропольского края, хозяин ему дал на 1,5 центнера селитры денег на сезон. А там практически Кубань, граница с Кубанью. Он говорит, да вы что, нету, я ничего не выращу, вы что? У нас 4,5 центнера в Индополове. А тут ему дал вот 150 килограмм. И мы тогда сидели, думали, я тогда вспомнил лекцию этого Майкла Хорша на Украине. Он говорит, что можно кормить из ложечки пшеницу. И мы тогда, я ему говорю, бери касс, он взял 150 килограммов касса, и мы раздробили его на несколько некорневых подкормок, потому что мы исходили из того, что есть различная эффективность применения азотных удобрений. Чтобы было понятно, в чем она заключается? Согласно ФАО ООН, эффективность использования азотных удобрений при внесении в почву 33%. Иногда она падает в засуху до 17%. То есть из ваших оторванных денег и купленных 4,5 центнера работает только сколько? 1,5? Третья часть. Ребят, а полистон работает в 3 раза эффективно. И мы выстроили на 150 килограммов касса на 4 подкормках, но я бы сделал побольше. Мы получили 56 на круг, лучшие поля были 72. У меня есть старые презентации, где есть этот фермер, где он не фермер, а этот, главный агроном хозяйства, где эти снятые поля и какая пшеница получилась. Мы убедились через практику, то можно выстраивать на системе некорневых подкормок высокий урожай. Потом я столкнулся с ребятами из Калининградской области, у которых очень плохие условия по кислотности почвы. У них кислые почвы, а есть таблицы кислотности, которые показывают, что почва при 4,5 pH идет очень маленькое усвоение через корень. И они стали делать некорневые подкормки 7 раз, на 7 разах 50 центнеров, на 11 разах 70 центнеров. Сколько стоит некорневая подкормка? Я начинаю спрашивать, она должна как от зубов отскакивать. Если старый опрыскиватель, уже амортизированный, это с подвозом воды 80 рублей на гектар. Понятно, да? То есть вот затраты.
Ну, 120 рублей на гектар. Но это только в холдингах, где куплены там эти вот вертолеты американские там или какие-нибудь южноамериканские, североамериканские там. Много получается. Но можно этой чайной ложечкой, экономика терпит, потому что на гектар идет 1,5 литра горючки. Немного. Это не затратно. То есть есть дробная система кормления. Что они делают, мои ребята? Они весной выходят, 20 килограмм кассы мешают. Да, с водой. И прыскают все по сену. Мы выходим по 1,5 центнера. Да. Вот. Кинули 20 литров. Все, она пошла, зеленеет через лист. Что делаем мы? Потом они еще раз выходят. То есть, в чем, какая наша система? Мы берем ранней весной, по старой модели, 150-200 кг 7 литров бросили. Растения начинают жировать, много еды. Ему что нужно? Вторичную корневую систему, чтобы у него было 4 корешка, которые пошли вниз. Он закладывает 2 корешка. Еды-то много, весной вода пока есть. Растения не готовятся к засухе. Не готовится. А у нас засуха может быть. Поэтому вопрос идет такой, если мы добились кущения с осени, если мы нормально вот сделали так, и у нас кущение, нам нужно весной только немножко простимулировать рост. Но 20 кг касса, разбавленной водой, нормально запускают. Еще посмотрели, еще надо, еще 20 кг прокатали. Но это 40 кг, а не 150. И вот такие вот мягкие колеса, надувные, есть туманы, есть барсы. Ну, как бы, фермерское хозяйство, там легко найти. Вон, ребята, такие универсальные эти вещи покупают. Белгородская область, вот мои тамбовские. И все у них прекрасно работает. То есть можно бегать. Мы ждем, либо потало мерзло, либо когда земля подсохнет. А он идет тогда, когда хочет. Дождик прошел. Ты не залезешь, а вот на этих колесах ты залезешь. Итак, мы говорим, что мы начинаем грамотно работать с питанием растений, когда у нас мало денег, и мы понимаем, какую фазу надо. Хорошо, когда нам нужно кормить, начало выхода в топку. Там, если мы работаем кассом, 65 килограммов на 200-250 литров воды жгет, но 40-45 не жгет. Значит, мы начинаем там кормить, нужно солому поднять, за короткое время, чтобы растения набрали солому, потому что наливать будут солому. Что нам тут по питанию нужно знать? Там мы можем, а у нас нет уже удобрений фосфорных, мы можем взять килограмм-2 монокалий-фосфата за 190 рублей и туда положить. Да, килограмм можно взять. Полкилограмма можно положить. Вспоминаю пример. У нас есть Сергей Валерьевич. Он главный агроном этого хозяйства. У Сергея Валерьевича опыт был такой. Он работал в Миллерово, когда холдинг «Разгуляй» купил там поля. Я пригласил человека, который сделал агрохимический анализ. Это был профессор из Ставропольского аграрного университета. И они обнаружили, что у них поля и большая нехватка фосфора. По Мочегину были поля 8 миллиграммов, 12 и 16. Мы знаем, что 8 миллиграммов – это... И у них было куплено азотное удобрение для внесения. Он говорит, что на 8 миллиграммов больше центнера селитры они не съедят, потому что энергетику фосфора дают. На, 12, на где 12 миллиграммов, там 150 килограмм селитры, где этот 16, можете 2 центнера. Ребята сказали, а у нас привезена, начальство привезло, деньги дало, мы должны все это использовать. Он говорит, ну это бесполезно. И тогда он уехал, они остались в глубоком унынии, либо их накажут, сказать, хотели своровать, или что-нибудь еще. Что-то надо делать. Что они сделали, эти ребята? Они... Я позвонил в институт, ну, женщине одной, она специалист из института физиологии растений, она говорит простую вещь. Нас не интересует, что в почве, нас интересует, что внутри растений. И мы, где 6... Внесли 2 центнера, и где было 6 миллиграммов по Мочегину фосфора, 2 раза по 2 килограмма. Тогда он 40 рублей стоил, вообще 41 рубль стоил монокалий.
И мы вообще, где фосфора считалось мало-мало, мы после обработки получили, в общем, 44 центнера на круг мы получили. Это хозяйство получило в тот год 44 центнера на круг, если память не ошибает, 2008 год. То есть это практика некорневых подкормок, когда у тебя нет денег. Всегда некорневые подкормки от 3 до 6 раз выше. Если мы хотим вообще отказаться от внесения минеральных удобрений в почву, нам нужно переходить на некорневые подкормки, и тогда мы можем выстраивать на совершенно других деньгах сезон. Что нам нужно знать? Если мы начинаем работать с пожирными остатками, у нас есть препараты, входящие там фосфат-мобилизующие бактерии, у нас начнет расти фосфор. Там, где его было мало, станет среднее значение, где среднее станет высокое, где высокое. У меня были ситуации такие, Зерноградский район, он говорит, вы зафосфатили мои почвы. Выполз фосфор. Откуда фосфор берется, откуда выползает в агрохимических анализах? Когда мы говорим агрохимический этот ресурс урожайности, мы понимаем, что агрохимики меряют только доступные для растений этот количество фосфора. Доступные. Но у нас соотношение доступного и валового, то есть общего фосфора, от 1 к 200 до 1 к 500. Эффективность применения фосфорных удобрений по тем моделям у нас идет 11% на гектар. 11% в сезон. То есть мы применяем удобрения, последние эти деньги, рекомендация 6 тысяч кладем, а у нас КПД работает 11 килограммов из 100. Ну смысл какой? Тогда идет вопрос, а как выкручиваться? Мы сейчас не берем, не ставим большие задачи. Нам нужно выкрутиться. Нам нужно впустить азотофиксирующую способность, фосфат-мобилизующую способность наших почек, начать переводить его в активную форму, этот фосфор. И все это достигается достаточно легко. И два способа мы применяем. Первый способ – это микробы на семена. И второй способ – пожневные остатки, потому что микробы сами вытаскивают это все из почвы, и растению становится доступным тот фосфор, который ему недоступен. А кроме того, стимулятор кущения одновременно стимулирует корневую систему, и корневая система берет фосфор с большей площади, потому что он уходит дальше. Итак, у нас есть опыт, и мы на основе него сделали рекомендацию, что мы можем выстраивать на 150 килограммов касса. 150 килограммов касса, это у нас по деньгам сколько? Три с чем-то тысячи. Да, с чем-то рублей. Да. Ну, мы в 12 тысяч можем вписать уже. Понимаете? И это идет не через потерю. Просто опыт есть такой применения. Можно меньше, можно меньше. И вот здесь вот принцип. У нас 12 тысяч в кармане или 15 тысяч лежит. Значит, сколько у нас есть, столько мы играем. Как увеличивается эффективность применения удобрений? Показываю. Нас интересуют фазы. На самом деле существует несколько фаз, когда формируется наша урожайность. Начальная фаза формируется количество колосьев и длина колоса. Видите, да? Ну, где количество побегов на 1 метр, там еще длина колоса закладывается. Начало выхода в трубку нам нужно набрать массу, потому что с этой массы будет налив. На предфлаговом листу у нас заполняется колос, чтобы у нас не было, колос был бы равномерный и верх, и низ. А то внизу бывает 1, 2, 3 пустых. Сюда хорошо бы дать. Сколько сюда можно дать? 5-8 килограммов некорневая подкормка. Флаговый лист у нас закладывается количество зерен в колосе. У нас обычно способ регулирования туда, мы опять бухаем много азота по максимуму. Там лучше работать карбамидом, и мы туда добавляем препарат, который идет для стимулирования кущения, потому что он стимулирует количество зерен в колосе. Потому что там очень интересный закон, в зависимости от сортов, от 9 до 12 зерен в колоске. Просто когда у нас флаговый лист веслом и потом начинает опускаться, в этот момент происходит депортирование запасных цветков. И мы имеем в колоске три зернышка.
Ну, обычно в этой зоне от 2 до 4. А мы можем устраивать модели, когда у нас получается по 6 зернышков. В среднем по 6, когда у нас, если 6 зернышков колос 2 граммам, тогда 400-450 растений на квадратный метр, и мы на них получаем 80-85 центнеров легко. И мы можем эти килограммы, эти центнеры выстраивать на дробной из ложечки под коробки пшеницы. Я это читал по применению минеральных удобрений. Сейчас я просто указываю, просто сейчас у нас идет экономика и стратегия, тактика банкротных хозяйств. Все, что можно использовать, мы используем здесь. Это можно впихнуть в экономику 12-15 тысяч. Понимаете, мы вот. Вот. Сейчас я посмотрю, что я хотел еще сказать. По гербицидной защите, нужно сказать. Конечно, если мы работаем по системе строжайшей экономики на очень простых севооборотах, мы можем ломать вообще систему гербицидной защиты. Объяснить, что имею в виду. Особенности применения в экстремальных финансовых ситуациях. Например, есть гербициды с очень тяжелым остаточным действием. Какие гербициды вы знаете? Остаток? Ну, вот эти, которые работают по подсолнечнику. Это хорошо. Ну, допустим, понятно. Да. А вот которые по пшенице остаточное действие. Ну, есть мецофуролметин. У него распад 20 месяцев, видно получше. Знаете, да, его? Нет. Сульфанил мочевин. Тут боятся с ним работать, потому что если потом после пшеницы кукуруза пойдет или подсолнечник, то там ничего не будет. Что придумали у меня ребята? Стараемся будет отбрать. Двойное название. Вот смотрите, что мы используем. Просто это достаточно интересно. Это опыт... Кронстар вот эти. Да, это опыт этого, как его, это моих курганских ребят. Они работают на мецофуролметиле. Это тяжелый гербицид, но лен масличный его терпит, и пшеница его терпит. У нас нет денег, допустим. Мы посеяли зимой пшеницу, и с осени там, ну, граммов 10, может, там, 5 до 10, по-моему, норма. То есть мы осенью опрыскиваем гербицидом, осень. Если весной мы опрыскиваем, там будет подсолнечник, подсолнечнику будет корды. Но если мы осенью им работаем, хорошая доза, понимаете? Мы закрываем осень чистую, и у него после действия закрывает половина лета. А летом... Там самих растений, там где-то что-то есть не так, что они потом весной... Не, мецофурол пшеницы держит, пшеница и лен масличный. И у меня ребята, где идет лен масличный, ну, допустим, даже вот трехпольные севообороты, пар, лен масличный, пшеница. И они берут, работают на мецофуролметине. Хотя все говорят, ты что, нельзя это. На самом деле можно. То есть есть определенные знания. Обычно эти знания очень опытных агрономов. А мы учимся очень опытных агрономов, где мы работаем там, а что не можем закрыть, Гранстар, а потом закрываем по весне. Но там цена обработки будет совершенно другая. Мы стараемся вот Гранстар, а если не Гранстар, то я смотрю, вот они, да, которые наши, я смотрю, они очень сильно, ну, потом озинку опять всем, и смотрю, они дарят ее просто, мне кажется. Ну, надо смотреть, то есть мы говорим, что в специфике банкротных хозяйств можно принимать решения, которые не выстраиваются в модели. Там мы, конечно, работаем на упрощенных севооборотах, мы стараемся на упрощенных севооборотах максимально культуру вытащить. Я говорю, что по минеральным удобрениям это работа по фазам. Есть стимуляторы, с которыми мы работаем. Есть наши стимуляторы, с которыми мы работаем, вставляем. Я говорю, стимулятор, увеличивающий озерненность. Есть стимулятор, увеличивающий ширину листа. Есть стимуляторы, регулирующие рост. И если у нас есть опасные засухи, стимуляторы, которые регулируют рост, стимик стандарт, он дает нам устойчивость к засухе и дает очень хороший рост при маленьком количестве применения азотных удобрений. У них плюс к плюсу идет. Понятно, да? То есть по гербицидам сколько у нас времени есть?
Понятно, да, что есть такие решения. Какие вещи еще у меня ребята используют? У меня ребята используют, сколько вы идет масличный получаете? 7. А у вас кукурузы, подсолнечники и пшеница? Пшеница, подсолнечники, ячмень, ну, чечевицу иногда. Ну вот если лен масличный, у меня у ребят 8 центнеров, у соседей, а у моих ребят 20. И они применяют интересный прием, то есть это прием опять в копилку агронома, берут гербицидом, обрабатывают по фазе елочки, и гербицид поджигает точку роста. И тогда он подожженный, лен масличный, начинает выкидывать, дает боковое ветвление. И мы имеем большее количество этих. Вот наткнулись случайно, две схемы у них есть по гербицидам, и две схемы, вот они вначале одну, потом они выбрали помягче, и хорошо, потому что если засуха отрастания идет слабовато, ну, чтобы надо поднять что-то, там есть стимулятор, опять, система некардиоид подкормок, карбамид, монокалий, фосфат, чуть-чуть 5 кг, там, и мы вытаскиваем растения. И можем удвоить урожайность культуры. Что нам нужно знать по удобрениям для некорневых подкормок? Ищите хороший карбамид. Что значит хороший, что значит плохой? Я исхожу из опыта. Вот у меня есть такой Петр Григорьевич Ратушный, вот, Азовский район. Мы дали ему схему, он говорит, у тебя очень плохой фунгицид. Фунгицид был Солигор. Байеровский, вот как раз с этим протеоконазолом. Там что нужно нам знать, что если у нас эта инфекция есть, ее можно брать либо на протравителе, либо на работе по листу, чтобы был системный фунгицид, который до корня работал, одновременно чистит флаговый лист, например, и дошел до корня. Чтобы он до корня дошел и почистил. И вот он говорит, ты знаешь, говорит, плохой у меня, плохой ты дал фунгицид, у меня ячмень пожелтел. Ну, все равно, говорит, я на несколько центнеров собрал больше. Ну, я как-то так, ну, вроде бы там Байрон его никогда вот за такие дела не обвиняли. В чем дело? И у меня друг в Еврохиме, наверху работает в Москве, я ему рассказал о такой проблеме. А на будущий год он говорит, у меня остался карбамид, у меня в огороде там земляника, ну, клубника. Я ее обработал, она у меня вся побелела. Проблема в карбамиде. Думали, что такое. Он говорит, ну тут всего два завода, Невинномысский азот и Белореченский азот. И там они делают хороший товар, который идет на экспорт. А то, что ты говоришь, это похоже на ожоги от компонента, который в некачественном карбамиде может быть, он называется биурет. По ГОСТу его там 0,1%. А есть заводы в центре России, которые не имеют экспорта, и которые хулиганят, дают товар низкого качества, которым нарушены технологии, то биурета может быть 3%. Биурет в разбавленном виде дают гербицидные действия. То есть мы, получается, я даю рекомендации, не корню их подкормок, люди идут, а он на рынке стоит на 2000 дешевле, чем обычный карбамид, и все, и палят растения, и я плохой становлюсь. Поэтому он сказал, ищите хорошие. А у нас только те компании, которые имеют эти. То есть это Еврохим, и он есть, он доступен, и это Фосагро, наверное. Все остальное, ну, пусть оно будет дешевле на пару тысяч. Но это все чревато тем, что мы можем пожечь. Сульфат магния добавляют. На 5 килограмм карбамида, килограмм сульфата магния. Его делают завод магниевых удобрений в Оренбурге. Сейчас его Фосагро купила, цена 29 рублей. Я думаю, что 29-30 рублей можно найти. Как называется? Сульфат магния. Сульфат магния. Сульфата магния нужно нам где-то от 2 до 4 килограммов, ну, на сезон. Но даже 3 килограмма это 100 рублей. 100 рублей мы можем впихнуть в бюджет 12 тысяч. Можем. По-моему, мешки, да, вот эти килограммы по 10, да? Я не знаю точно. Они разные бывают. Мы как в свое время, вот мы через себя пропускали индийский сульфат магния. Тоже был 27 рублей стоил. Ну, это все времена. 27 рублей стоил. То есть мы, когда говорим про систему некорневых подкормок, это тоже не от фонаря, мы должны знать.
сколько, какие концентрации. Существует так называемая ожоговая шкала. Я эту шкалу показываю. Вот она, ожоговая шкала. Вот ожоговая шкала. На зимой пшенице по какой фазе можно какой концентрации карбамида работать. Пока что концентрация меньше, но мы научились добавлять ПАВ, поверхностно-активное вещество, которое тоже уменьшает опасность ожогов. Чтоб капелька не получается. Я раз показываю. Александр, в общем, смотрите, ожоговая шкала. Нам это надо знать. Концентрация, на которой можно работать. На кассе не жалейте воду, чуть-чуть больше воды лейте. Не 200 литров на гектар, 250, 270, 270 возможность, если есть. Опять, если есть десятки рублей, используйте ПАВ. Работайте вечером и в ночь. Вот еще одна шкала по яровым, по фазам. Ей тоже можно пользоваться. Если вам она нужна, вы ее возьмете. Вот, пожалуйста. Я думаю, что она на камере, эта шкала будет. Я взял то, что это открытая информация. Вот это польская шкала, вот это вот, переведенная на русский язык. Это вот рекомендация с интернета. Что нам еще нужно знать, что нам нужен растворный узел. Вот этот таганрогский, завезенный в Красную Башкирию на Урал. Тогда он стоил 550 рублей с доставкой, если память не ошибает. Ну, в пределах от 600 до 750 можно найти на рынке мешалки. И бочки найти. Вот ребята мешали карбамид. Вон наш этот синий канистра со стандартом. И вот получались у нас хорошие смеси. Днем их можно делать, а вечером в ночь идти работать. Понятно, да? Готовый раствор уже делали, да? Карбамида. Да. Раствор карбамида, он не портится. Можно делать раствор каса. Не расслаивается он, да? Нет. Не отстаивается. И кас тоже, если ты хорошо перемешаешь, он не будет. Но если ты кас льешь на поле, начинаешь крутить, он разбивается на маленькие капли, круглые. Как жир. И потом начинаешь идти по растениям, и ожог идет у тебя, краевой ожог, четко выраженный. Опять, у тебя нет возможности на поле крутить. Накрути там, где воду берешь, поставь растворный узел, и чтобы он у тебя нормально разболтанный, размешанный, шел уже на поле. А как его понять нормально? Как это? Ну, банки разведите, посмотрите, покрутите, сколько там надо, минут. Три. Дело в том, что когда это на стационаре, ну, и он там крутится, не там неограничено, конечно. А мне кажется, мечта была работать это по кущению. Мы стараемся там первый раз 150 килограмм там внести. Вы берете, вот то, что вы говорите, технологию, вы берете крупную каплю или струйку, которая скатывается с листа, называя жога, и идет через систему корневого питания. Да. Мы говорим... Ну, очень мечтаю, да, мультиинжектор. У вас денег много, но сейчас говорим про банкротных. То есть мы можем давать ему мелкой каплей, и у нас все получится. Откуда вообще идея вот этих вот, работу через каплю? Чтобы было понятно. А малые дозы наоборот, да, полезно получается. Как правильно кормить растения? Через лист или через корень? Нам дают систему корневого питания. Но на самом-то деле в природе система питания формировалась, что растение усваивает элементы минерального питания через весь лист. И только когда оно вышло на землю, на почву, у него стала развиваться система корневого питания. Она фактически развита, приобретена уже на определенном этапе эволюции. Способность питаться через лист, она свойственна растению. И мы для всех видов хозяйств, и в первую очередь для банкротных,
выстраиваем всю систему питания через лист. Кроме того, если мы хотим восстановить природное плодородие почвы, мы должны понимать, что все удобрения, положенные в землю, приводят к тому, что земля не работает, микробы не работают. Нет, не работают микробы, мы их кормим, им тоже нужен азот, фосфор, все. Но если мы не даем туда ничего, первый год они работать не будут, второй не будут, третий не будут, четвертый начнут работать. Но мы можем в этот момент, пока не проседает, мы даем только по листу, и у нас растения растут, а потом начинают через какое-то время работать почечные биоты. Если работаем с почечными остатками, мы этот вопрос ускоряем намного быстрее. То есть, что мы делаем? Какая общая идея? Идея заключается в том, что есть ресурс, за который мы платим. Удобрения, там, солярка, защита. А есть за что не платим. Это почвенное плодородие, это влага, та, которая падает с неба, нам нужно с ней научиться работать нормально, и все такое прочее. И вот вопрос стратегии и тактики хозяйства в банкротном состоянии заключается в том, что мы должны сделать переход на малобюджетные способы выращивания растений, и одновременно мы должны запустить восстановление природного потенциала. На восстановление природного потенциала уходит время, я сказал, где-то годика три, но если мы не корневые подкормки, мы это не замечаем, а потом вообще мы можем уменьшить, еще меньше эти минеральные удобрения. Выстраивать у меня, например, есть ребята, которые из Сертупский район Ставропольского края, 85 килограммов. Выстраивают сезон 85 сантиметров. 85 килограмм селитра или? Общее количество, да. А, общее. И 85 они берут урожайность. То есть есть такие вот, пожалуйста. То есть, это можно руками потрогать. А нас в 2006 году подтолкнул Касич, фермер из Левокумского района, село Правокумское, Ставропольского края, первая зона засушливая, каштановые почвы, который придумал технологию выращивания озимой пшеницы. У него была урожайность 46, с клейковиной 41, вообще без 1 грамма минеральных удобрений. И я предлагаю стратегию для банкротных и банкротных хозяйств переходить на промежуточные формы с тем, чтобы через несколько лет подкатываться к тому, что, может быть, вообще нам только не корневые подкормки, а может быть, и они уже будут не нужны. Поймите меня правильно. Итак, когда мы говорили по защите растений, я выделил три действующих вещества. Карбендазин, тиофанат метил и протиоконазол. Протиоконазольные препараты байеровские недешевые. Возможно, нам нужно тут очень важно посмотреть, как растение пошло. Вот мы анализы в фитопатологии отправляем, мы можем далеко заранее отправить, и уже мы будем знать, нужен он нам по флагу листу или не нужен, если у нас почищена зона. Если у нас... Извините, а вот это скучный анализ, да? На... Нет, растение. Мы отправляем растение с корнем, вырывая. В Обнинск, наверное, да? Как? В Обнинск. Подмосковье. Одинцовский район. Одинцово. Это в Обнинске что-то, вот почвенный этот анализ делает, только там. Может быть, в Обнинске делают хороший анализ, нет, это не Обнинск. И тогда у нас получается, что может вылезти, я говорю, что вот реально может вылезти. Нам нужен будет обработка тиофанат метилом или карбендазимом, то есть это от 700 рублей, там это по карбендазиму, тиофанат метил, смотря сколько купите, может тоже рублей 800, где мы работаем вместе с гербицидом по вегетации. Ну, анализ предварительно обязательно сделан, да? Если у вас непонятный протравитель, можно не делать и просто его запрограммировать. Просто смело, да? Ну да, 700 рублей только вы. И мы в свое время посчитали недобор урожая от 8 до 11 центнеров при неправильно подобранном протравителе. И когда мы говорим об экономии денег, мы говорим, что нам нужно в первую очередь правильно подбирать химию. И правильная химия подбирается на семенах, и тогда у нас посеянные растения на гектар, пусть это дорогой протравитель, при небольшой норме высева, он достаточно бюджетный. Вот именно на семенах бы не экономить.
Опять, никакой сингенты. У сингента нет ни одного работающего препарата на те патогены, которые сейчас имеют распространение. У сингента препараты могут оказывать стимулирующее действие на начальных этапах развития растений. Мы будем видеть преимущество, а на более поздних растения начинают отставать. Поэтому с кем я работаю, на сингенте 85 центнеров с гектара никогда не получу. То есть там есть предел. Работа с пружневными остатками имеет потенциал 16 центнеров плюс. Работа с правильными семенами от 8 до 12 центнеров плюс. Работа с системой корневых подкормок, чтобы сделать, сформировать вот этот крупный колос, который я показывал. Но это уже технология формирования крупного колоса, которую нужно выучить и знать закрытыми глазами, как это получается. Я сейчас посмотрю, она у меня должна быть в этой презентации. Вот это вот. Вот я показываю. Вот это яровая пшеница, с которой я стою. Вот это вот у соседей 17 центнеров, а здесь от 70 до 90. Лучшее поле 208. Это где? Красноярский край, 30 километров севернее Красноярск. Но у нас такие поля были в Ростовской области. Вот видите, у нас колос полностью заполнен. Видите, я могу подойти. Обратите внимание, у нас колос низ, видите, ни одного пропущенного колоска нет. Обычно вот это мы теряем. Верхушка нормальная, видите? Вот это кормление, предфлаговый лист. Либо, или может быть и, использование препаратов, азотофиксаторов, которые дают, закрывают фазу, когда идет формирование колоса. Вот этот колос от 80 зерен и больше. Он будет весить не меньше 2 грамм. Тогда на 4 миллионах колосе, 400 на метр, мы будем получать 80 центнеров легко. Вот я показываю длину колоса. Вот я показываю вот это вот. То, что описано. Мы называем это технологией конструирования колоса. И те, которые имеют маленький бюджет, но хотят заработать, они должны ее выучить как таблицу умножения. Когда, в какую фазу, с чем выходить. Что я, наверное, сегодня не расскажу. Система стрессов нас могут сейчас попросить, потому что поздно начали. Еще бы минут до 15 можно было бы подробно разобрать. Что бы я хотел рассказать? Ну, так общая картинка-то собралась, да? Вот. Да, да. Вот. Конструирование колоса – это вот эти агростимулины. Это препараты 46-го года, которые дают нам озерненность. Вот я показываю зерненность, которую мы получили в этом, сейчас, вот на 150 килограммах касса. Вот хозяйство, у меня фотографии. У меня тут есть колосья, 7 зерен в колоске. Это была история такая, когда у нас выращивали пшеницу, этот, одесской селекции. Видите, вот. Какой колос? На 150 килограммов касса. То есть нам нужно научиться потоньше работать, почетше, а не кидать огромный ресурс только потому, что нам кто-то так сказал, что без этого никак нельзя. Можно научиться, это будет так работать. А вот это у нас идет увеличение листовой пластинки, увеличение фотосинтеза за счет применения одного препарата, который мы будем стараться вставлять везде, где только можно. Еще нам нужно знать одну фазу. Очень бы неплохо. Мы обычно ловим. Обычно ловим качество зерна по флаглисту. Азот сюда кидаем. А мы качество ловим по фазе. Молочно-восковая спелость ближе к восковой. Мы используем 4 килограмма карбамида. Если поп-черепашка есть, инсектицид и 1 литр стимик стандарта. 6 единиц клейковины мы вытаскиваем на этой обработке. Что нужно знать? Нам нужно знать, что нам нужна технологическая колея.
Ну, понятно, столько. Да. Можно сделать механически, можно сделать на хорошей GPS-навигации. Фазность кормления. Потом у нас еще есть, в предыдущем семинаре мы разбирали электрические витамины для растений, когда вот этот вот добавляется препарат, который меняет электрические свойства минеральных удобрений растворенных. И они у нас растут. Сейчас, я думаю, не стоит об этом говорить. Если кому интересно, предыдущий материал посмотрит. Потом космическая пыль у нас есть, 35 элементов таблицы Менделеева в одной канистре. Где он нам нужен, например? Он нам нужен, мы его даем всего 200 миллилитров, 100 рублей там считали, да? Меньше 100 рублей. 200 миллилитров от 4, это сколько? 80 рублей. Читать еще 600 рублей, 80 рублей. Ну, 100 рублей для простоты. По кущению, когда работаем, он нам будет стимулировать корневую систему. На подсолнечке, когда мы работаем, у нас третья пара настоящих листьев растет. Там формируется диаметр корзинки. Там очень хорошо себя оправдывает. Там можно где-то до 6 центнеров, там бор два раза даешь, немножко карбамида, может нам вытащить прибавку урожая, где-то 6 центнеров. Это очень хорошая прибавка урожая. Если мы выходим только два раза, вот такое растение и 90 сантиметров. Эта система, это у нас тоже технологические таблицы есть. Если вам нужно, можете их использовать. По селитре, я не знаю, вот поскольку если мы селитру убираем, у нас есть вопрос по селитре. Селитра блокирует фотосинтез. И есть механизм блокировки, я его постарался разобрать опять в последнем семинаре. У нас есть препарат, который снимает эту блокировку. Его цена 100 рублей на гектар. Мы две обработки делаем по вегетации. Опять баковые смеси не специально. То есть 200 рублей на гектар. 200 рублей вписывается в 12 тысяч рублей и в 15 тысяч рублей. Это что за препарат, значит? Синенький. А вы не работали с ним, да? Не, ну, нет. Вы еще не привыкли? Нет. Синенький. И система борьбы со стрессами растений, последствиями неблагоприятных факторов. Только один момент я вам расскажу, потому что нас могут в любой момент попросить. Есть интересная вещь. Растению для жизни воды надо мало. Вот кому скажешь, не верят. Не верят. Один только вопрос. Если растение имеет корневое питание нитратным азотом, а у нас в основном нитратный азот, ну, такая модель сельского хозяйства. Оно должно через себя перекачивать воду. То есть она перекачивает воду, забирает нитрат, концентрация меняется, он снова нитрат подтягивается к растению, и вот оно качает через себя, качает. Если у растения идет обеспечение азотом через лист, или сидят микробы, зотофиксаторы на корнях, растение удерживает большую нехватку воды. Оно закупоривается, сидит, но оно азот получает. Какие проблемы возникают на этом уровне, когда растение закупорено? Ну, допустим, жара началась, все, оно закупорилось. Оно стало голубое такое. Вот и пшеницу берешь, он велит голубой, потому что покрыт воском. Там может начаться голод. Воды ему хватает, а подтягивания нету. Потому что засуха. И нет движения азота вот этого. Нитратного азота. Вот здесь маленькие подкормки карбамидом, даже 5 килограммов на гектар ночью, вытащат растение. Потому что в этот момент растение может выбрать стратегию ускоренного старения и заложить маленький колос на 8-12 зерен. Если мы хотим... Я думал, что это просто прижог. Нет, растение все равно решило постареть. Да наплевать мне на вас, это вам урожай нужен, а мне нужно потомство оставить. И там тогда нам нужно запустить цитокинин. Либо это китайский цитокинин, либо это микробы на корне мы садим, которые дают цитокинин, либо стимуляторы, которые стимулируют цитокинин. Цитокинин вырабатывается в кончиках корней, внизу. И это гормон деления клеток, который у растения выключает ускоренное старение.
Если цитокинин мы каким-то образом запускаем, растения выдерживают большие стрессы. У меня вопрос сейчас такой. Вот то, что я сегодня рассказал, ну я много не рассказал, тут много всяких подробностей, как восстановить природный ресурс, какие еще можно способы использовать. Я дал простую технологию, это вот у пшеницы, я дал простую технологию, которая говорит о том, что когда в предбанкротном состоянии, в состоянии банкротства, есть технологии, позволяющие вытащить хозяйство из этого банкротства. Мы не посчитали точно, может быть, нужно было здесь специальную доску писать, очень все подробно, но мне кажется, вы уловили эти моменты, которые можете использовать у себя. Уловили? Да, да. И я еще хочу показать несколько решений, которые просто мы проскочили. Я говорил, что вот это чередование минималки и нуля. И я говорил, что на Урале, ну, хозяйство Красная Башкирия, они использовали, когда не имели денег, они использовали самые примитивные сеялки, переделанные обе ямички. Вот я вам скажу, вот купи барбозы 15 миллионов, а вы говорите, да мне на сезон все 15 миллионов. Вот эти сеялки, в прошлом году у меня покупало хозяйство без денег, что-то сцепку 3 по 2 и 1, это они за где-то меньше миллиона купили вот такого типа амички. Вот это переделанное, вот на этом металлоломе наше поднимались. Ну, есть такое понятие подняться. Когда он с пахоты стал переходить, денег-то не было, банкротное хозяйство. Вот это сеялки, которые нужны, и это тип, который нужен для этой зоны. Какая-то идея построена. Они дают волну. Глубина заделки семян от 5 до 7 сантиметров. И за идет перекатывающий поток. И наша зона недостаточного увлажнения, мы начинаем нырять за влагой сюда. Вот это тип сеялки. Это австралийская модель. Вот этот переделанный вариант, адаптированный вот этим двуреченским. Валентин Михайлович, по-моему, его звали. Сам он, когда целину запускали, он приехал с Украины. И вот дикая засуха, вот это моя пшеница на Урале в 2012 году на фоне абсолютной засухи, когда 2,5 месяца не было дождя. И вот эти модели, и на системе некорневых подкормок, про которые я говорил, где мы вытащили 30 центнеров урожайности. Теперь, у нас интересный момент. Да, вот это дорогие сеялки, видите, они делают характерную волну. Вот это вот разница между австралийским... Конечно, наоборот, надо убирать волну, чтобы не нужно, что почки испарения увеличиваются. Не-не-не, там волна, это на наутиле волна. Она покрыта растительными остатками. Просто в щель посеяны семена, а в щели влага есть. Это когда мы говорим, что если мы чередуем ноль и подсолнечник сеем по минималке, когда мы чередуем, вот там весной обрабатываются этими баранами, туда прицепляется труба с песком. Барана идет, она тоже делает волну, и там идет потеря влаги. И там сразу барана идет, просто баранует. Мы экономим применение гербицида весеннего на подсолнечнике. Она убирает, чтобы не было потери влаги. Что у нас будет завтра? Завтра у нас будет наутил. Какой наутил нужен в условиях Ростовской области, и почему он запускается, или почему он не запускается. Я буду подробно это разбирать. По теме стратегия, тактика для банкротных, предбанкротных хозяйств, общая концепция ясна? Да. Можем это использовать в своей жизни? Нужно. Нужно использовать это в жизни. Я думаю, что я буду это читать еще и еще. Вот эта стратегия, как выжить. Тактика растениеводства при банкротных и банкротных хозяйствах. И все, что я сегодня говорил, основано на том практическом опыте в разных концах страны, которые мои знакомые аграрии научились применять. Ну вот, спасибо, что вы пришли.
Спасибо, спасибо, что я вам рассказал. У нас был интересный опыт. Это, ну, опыт я называю опыт практический, не в смысле маленького опыта, а сезон целый с хозяйством сыграли. Это хозяйство 2015 год, север Крыма, Жанкойский район. И если кто помнит, там была катастрофа, моста не было, возили только эти... Паромы, да. Не было удобрений. И они говорят, нужно сезон провести, а денег нету. Ребята, давайте сделаем так. Вот самый минимум. Можете найти 20 или чуть больше килограммов карбамида на гектар. Хорошо. Я говорю, возьмите на 3 обработки 3 литра стимикс-стандарта. И все, что они сделали, они на 7 килограммов карбамида добавляли литр стимикс-стандарта и сделали 3 некорневых обработки. И получили урожайность для той зоны 37 центнеров озимой пшеницы с хорошими хлебопекарными качествами, потому что на ней пекли хлеб. Это вот самый такой вариант, когда вообще ничего не было, безвыходная ситуация, а так получили бы 12 центнеров. Поэтому... 300 ватов кормка. Да, потому что ничего не было больше. Вот тут реальная ситуация, когда ничего не было. Деньги были, а ничего не было. И все, что можно было, это завести. Это было хлопотно, потому что там селитру не пускали. И вот он, когда стали пускать, вон мост взорвали, селитру взорвали. Вот. Это реальный опыт. Вот я привел три хозяйства. Это начало где-то 2008 по 2012 год Башкирию, то есть это Восточный Урал, граница с Челябинской областью. Я привел пример подкрутных хозяйств Тамбовской области, как выходили из ситуации. И вот третье хозяйство север Крыма, 2015 год. Все стратегии оказались эффективны. И вот сегодня эти стратегии мы разбирали и будем разбирать дальше по ходу возникновения вопросов и уточнения, что делать и как дальше жить. Ну, я сегодня ехал специально, чтобы послушать Александра Геннадьевича. Ну, тема, я считал, будет одна, а вот то, которое услышал, мне кажется, это тысячу раз интереснее. Раньше там усиленно занимались препаратами. Вот я эффект вот этих послепожизненных остатков, я это очень сильно заметил. Единственное, там часть препаратов получилась одними отработали, потом другими. Ну, вот получилось на одном поле. Для сравнения, заметно все это было.